Ну вот совсем коротенькая зарисовка, это ответ на вопрос. Покажите работу китового хвоста и для чего и чего. Вот, допустим, у нас есть усилитель. Под усилителем залазим. Крючочек, вот он тонюсенький. Вот. Его толщина где-то 1,5 миллиметра. Вот залазим под усилитель. Работает он на скручивание. Находим это место. Снять бы еще попытаться. Вот она, вмятинка. И вот потихонечку, помаленечку поворачивая там слева направо, неважно как. Ну, на скручивание, я думаю, это всем понятно. Вот, и потихонечку ковырякаемся. Снять, правда, не очень получается. Ну, короче говоря, вот она вмятина. Вот она. Вот подводим под нее и вот такими движениями потихонечку кончиком вот этим. Вот, когда крутишь его, вот этим кончиком или вот этим. Либо вот этим вот. Выглаживаем вот так, берем дрынь-дрынь-дрынь. И в итоге вмятинка делается. Вот, собственно, и все про китовый хвост. Тут ничего сложного нет. Если мы пользуемся обычным крючком на точке опоры, мы давим, как рычаг Архимеда, снизу вверх, то китовым хвостиком мы заходим под там обшивочку, под усилитель и работаем вот. Либо вот этим левым кончиком, либо правым. Либо вот так надавливаем и как бы протягиваем, гладим. Ничего сложного нету, так что вперед из песни. Вот и все. Так что, ребят, не скромничайте, все у вас получится. Все, всем удачи, пока-пока.